Всем шалом, доброго времени суток. Сегодня мне в магазин принесли вот такие вот открытки советских времен. Артисты. Тут целая пачка и два альбома. Что с этим делать? Хоть убейте, не знаю. Так, надо, наверное, вот так. Все старые вещи нужно вынуть, показать. Единственное, что человек, который это коллекционировал, чего-нибудь обязательно там подписывал. То ли умер, то ли чего. Ну, открыточки такие серьезные. Теперь же надо найти им применение. Все советские актеры. Вот вообще прелесть. Руфина Нефонтова. Коллекция такая не шутейная. Куркина. Все, кого мы помним по СССР. Вот это вообще просто что-то. Магомаев. Такой молодой, я его таким даже не помню. Я его помню уже взрослее. У меня клиентка есть похожая на вот эту. Посмотрите, это что, с сыном ножи покупает? Угу. Да? Ну, что-то есть вообще. Коллекция, конечно, потрясающая. Кто-то может что-то увидит. Это с автографами, но печатными. То есть печатали. Очень старая. Открытое письмо. 7 копеек. Год, наверное, 61. Сейчас увеличу. Посмотрите.
Потрясающий альбом. Какие актеры. Так, без альбома. Гасан Мамедов. Тамара Шакирова. Это кинопремия. Сокол, Италия, Япония, Польша. Отто Вильгельм Фишер. Известный немецкий актер кино и театра. Снимался более чем в 40 фильмах. В качестве актера известен советским зрителям по фильмам «Пока ты со мной, я ищу тебя». 60-й год. Цена 75 копеек. А, цена 8 копеек. Непонятно, две цены стоит. Сейчас покажу. Цена 75 копеек, верхняя строка. А внизу цена 8 копеек. Всякие дядьки, я их не знаю. Бата Живоинович, Югославия. Это какие-то зарубежные актеры. Чхуи Ван. Чхуи Ван. Что смешного? Как есть. Эва Пап. Венгрия. Открытое письмо. Кристина Лазар, ГДР. Симон Синьоре, Каменкер. Радж Капур, Индия. Шабана Хайфа Азми, Индия. Хайфа, интересно. Франко Неро, Италия. Николь Курсель. Я так по-быстренькому показываю. Вот, а кому будет интересно, обращайтесь или рекомендуйте, что с этим дальше делать.
Клаудия Кардинале. Фане Фондо. Джане Фондо. Франко Неро. Джульетта Мазино, Италия. Сфератару нет? Нет. Эслинда Нульес, Куба. А похоже, да? На Софию Ротару молодую. Смотри. Не? Генри Фонда. Все, короче, зарубежное. Бранко Плёша. Михаил Габор. Мари Теречек, Венгрия. Ради Маркович. Его. У меня скоро вернется с Германии очень известный критик, с кинофестиваля вернется. Я ей покажу это дело. В Германии какой-то кинофестиваль, ее пригласили критиком. На память дорогому другу от Цили. Яна Брейхова с цигаркой. Нино Манфреди. И вот, вот такой набор зашел. Интересный. Как историческая память. А что с ним дальше, никто не знает. Всем удачи. Шалом.